Так, Рогозкин. Кто? Артемьев! Я! Сюда направо. Где Тымков младший? Тымков! Я! Артемьев там он, да? Самый высокий. А ну-ка, Андрей, Рогозкин. Так, братья казаки, встали. Равняйся. Смирно? Вольно. Ну что, братья казаки, хотелось бы, во-первых, поблагодарить всех, кто победил. Несмотря на такую жару, расстояние, всякие искушения, которые вчера нам тут немножко наш график сдвинули, все-таки собрались на домашние игры, которая является этапом для подготовки грядущих Покровских Шермиц, национальных казачьих игр, которые будут в октябре этого года на Покрова Пресвятой Богородицы проводиться. Вот. С местом проведения мы пока определяемся. Вот. Как только мы определимся, тогда на нашем официальном сайте «Дикое поле» будет выложена информация. Вот. И смысл этого мероприятия, это по предыдущим шермицам мы увидели, что уровень подготовки, так сказать, очень как бы разнообразный. И, в общем-то, желает оставлять желать лучшего. Поэтому были проведены не шермицы, а именно домашние игры, чтобы люди собрались и прошли обучающие семинары вот, по всем дисциплинам, которые представлены на национальных играх. Вот. Ну, я думаю, значит, все прошло, слава тебе, Господи, все как бы сложилось, и вы получили большую пользу.